Для меня это прежде всего работа. Ну, конечно, это и отдых отчасти, но это работа над собой, но работа, которая открывает на самом деле удивительный мир. В космос летать не нужно, надо посидеть на хоме, потом действительно ощущаешь себя. То есть это тоже, это не сказки, это мой опыт. Ощущаешь себя частью Вселенной, на самом деле она входит в тебя, а ты растворяешься в ней. Paredzētu, es esmu trīs brīdi, pirmā tāda pilnā diena, un varbūt, ka tas man tie iespēdi ir tādi pirmie iespēdi, bet man bija tā izvēle, vai aizbraukt uz ārzemēm ceļojumā, vai atbraukt uz šeit. Es domāju, ka daudz tā domāju, pirms viņi brauc uz šeit. Bet tā kā es gribēju kaut kā to atpūtu, nevis tādu ārēju, virspusēju atpūtu, jo tas ārzemes brauciens, es apzinos, ka tas būtu tāda virspusēja atpūta, ļoti patīkama, bet tad, kad es atgrieztos atpakaļ mājās, tad viss kaut kāds tad jautājums vai kaut kāds tāds izvēles, viņas viss sakal to nāk atpakaļ ar to pašu spēku. Tāpēc es izvēlējos atbraukt uz šejieni, jo man likās, ka tad tas restarts un tas, ko es gribu panākt, ka viņš būs tāds dziļāks un fundamentālāks. Un pēc pirmās dienas es arī jūtu, ka tas process jau ir sācies. Не всегда можно объяснить, что именно дало какой результат. Потому что на тонком плане оно все работает на тонком плане, где изменения происходят гораздо более стабильнее, да? И не всегда на физическом плане мы видим сразу, что и почему произошло. Не нужно об этом даже, наверное, беспокоиться. Идет какая-то работа все-таки, которую мы не осознаем. Мне кажется, вот я была в прошлом году на УПА-ретрите, ну, как-то прогресс тоже есть какой-то в жизни. Как-то все. Но это тоже потому, что делается много практик одновременно. Сложно сказать, что и как работает. Но главное – это трансформация сознания, наверное. Вот это то, что проявляется на физике, это не самое главное во всем этом процессе. Es ar jogu nodarbojos kopš 2002. Gada, bet ģimenes apstākļu dēļ man pēdējos 4 gadus bija tā kā pārtraukums. Es nevarēju tik daudz nodarboties. Un līdz ar to šobrīd katra homo, uz kuru es varu aiziet, man ir tā kā svētki. Un tīri no praktiskā viedokļa es varu teikt, ka šī vieta, kur notiek retrīts, ir labvēlīga, lai apmeklētu ar bērniem. Jo te ir, tā kā kamēr vecāki nododas jogas praksē, ir ļoti laba iespēja bērniem pavadīt laiku tur pie jūras un rotaļu laukumos un arī ieskatīties, arī, ko tad dara tie vecāki tur. Nu, tādā ziņā ļoti, ļoti labi. Un vispār ļoti patīkama ir tāda atmosfēra, kas šeit ir tāda ļoti mierīga un tāda labvēlīga un it kā tāda. Tad es jūtu, ka tā kā cita pasaule prom no tās ikdienas un tāds nu, miers un ļoti patīkami. Jā, tā ka pasākums, manuprāt, ir ļoti izdevies. Очень хорошо организован сам процесс. Видно, что была подготовка, все продумано. Выбрано очень удачное место. Это и отдых, и обучение. Комфортная очень. И для меня очень было важно то, что преподаватели
очень внимательны к участникам и достаточно терпеливо и подробно объясняют все новое, с чем сталкиваются участники на ретрите. При этом программа очень практичная, и те материалы, которые подобраны, они соответствуют тем запросам ежедневным, с которыми мы, как участники в своей обычной жизни, сталкиваемся. Это и вопросы с предками, это вопросы с работой, это вопросы с отношениями, это вопросы здоровья. Я в восторге вообще от курса Вакрасана, потому что проблемы с позвоночником действительно у всех, и не все йога-центры могут действительно помочь, потому что обычно это какие-то стандартные программы по йоге или что-то стандартное для спины, но это не индивидуально и как бы не решает эту основную проблему. Вот я для себя просто нашла, открыла этот комплекс, планирую заниматься. Вот, ну и очень особенно хочется отметить, что это очень дружелюбная атмосфера здесь. Мы постоянно смеемся, хотя вещи достаточно серьезные, обсуждаются такие жизненные, но нету вот этой какой-то гнетущей академической такой атмосферы, что там давайте сосредоточимся, давайте. Наоборот, это вот такая дружелюбность и спокойствие говорит о том, что эти знания будут усвоены в полном объеме, и они принесут свой результат, потому что ты их принимаешь сердцем, не только головой. Ну и, конечно, мы тут все подружились уже, то есть появляются единомышленники, друзья, какие-то знакомые. Мне кажется, это тоже очень важно. Первое впечатление было в прошлом году, когда я была первый раз, это был первый ретрит, он был трехдневный, и тема была такая очень для меня тяжелая, специфическая, это работа с предками. Как только начинали читать мантры, происходило что-то невозможное, я плакала все время, я чувствовала вот эту силу, потому что у меня была такая история, когда умер дедушка мой по отцу. Я приехала из другого города на похороны, и я его видела. Я видела его душу, я с ним разговаривала, и он мне сказал, что ну, зачем ты плачешь? Все в порядке. Я говорю, ну как же, ну жалко, что ты ушел. Он говорит, ты не переживай, это жизнь, я должен был уйти, пришло мое время. И вот в тот момент, наверное, я поняла, что человек это. Ну, то есть не то, что поняла, я, наверное, это всегда знала, но это было лишним подтверждением того, что человек — это не просто тело, это еще душа, которая потом куда-то уходит. И вот этот ритуал для предков, когда я снова его почувствовала, когда он снова присутствовал на этом ритуале, как я думаю, и души других родственников, да, вот участников ретрита, он показал, что мы можем им реально помочь. То есть не просто сидеть и плакать, и горевать, да, а реально что-то сделать для них, чтобы им стало лучше, чтобы им стало легче, чтобы душа их радовалась, чтобы они, не знаю, перешли в другой мир. И это было, конечно, здорово. И вроде бы, казалось бы, такой грустный ритуал, такой для нас, ну, привычно же в это время плакать. И, конечно, это было потрясающе, когда Атис, Андрей, Марис во время проведения всех пуджи, хом и всех ритуалов еще умудрялись шутить. И тогда я поняла, что в этом есть сила, в этом есть что-то такое интересное, потому что это совершенно другое отношение к жизни и к смерти. То есть даже в такие моменты люди могут шутить. Это означает, что они легко это воспринимают. И такое еще было впечатление от ретрита, что ну, я познакомилась с людьми, у которых уже есть реальный результат после проведения там своих пудж, хом, там, после того, как люди делают упаи, которые им дает Шива. И я вижу, что эти люди спокойные, то есть они успокоены, они сделали все, что они хотели, и теперь они просто живут спокойно и не боятся смерти. Потому что, ну, какой самый главный вопрос? Боишься ли ты умирать? А в основном все люди боятся, потому что не сделали в жизни того, что они должны были, зачем они сюда пришли. Вот.
Вот, и я думаю, что как раз вот такие ретриты и центр Шивы, и все учителя, которые нам помогают, которые нам это все рассказывают, объясняют, помогают эти вопросы решить, чтобы мы ничего не боялись. Latvijā šobrīd nu, nav alternatīvas šādiem te pasākumiem, un nu, jūs nu, neatradīsiet nekur citur šādu iespēju saņemt šādu te veidu pakalpojumu un šādā te kvalitātē. Un šeit nav nekādas tādas, šeit ir no manas puses, šeit ir vienkārši materiāls aprēķins saņemt labāko, ko var saņemt šī situācijā, kādā es šeit esmu piedzimis un atrodos. Ежегодно Шива Center проводит очень интересный ретрит, называющийся Упая ретрит. Цель этого ретрита тоже изменить события в нашей жизни, где проводятся разные ритуалы и такие ритуалы, которые дома делать невозможно. Они генерируются разные вибрации, и для меня это очень интересно. Поэтому я туда хожу, поскольку там накапливается разная энергия, и ты видишь разные проблемы в твоей голове, в твоей жизни, почему они случаются, как их поменять. И очень часто изменения случаются в жизни. Такие изменения, которые ты никак не можешь предвидеть или никак не можешь сам сгенерировать. И да, для меня это очень-очень интересный ретрит. И еще очень интересно видеть разных людей, которые тоже на самом деле интересуются этими знаниями, поскольку не часто встречаешь таких людей, с кем можно пообщаться. Тем более очень практичный семинар, поскольку я не знаю ни одного другого семинара, где на самом деле дается, который занимается реальными жизненными проблемами. Вот так, поэтому советую всем прийти на Упая ретрит в этом году, в августе.